К другим темам. В третье воскресенье июня жители России, Беларуси и Украины по многолетней традиции отмечают День медицинского работника. Фокино не осталось исключением. В торжественной обстановке медработники городского округа собрались в Центре культуры и искусства «Спутник». Здесь их поздравили, вручили подарки, грамоты и благодарственные письма. Подробности в нашем следующем сюжете. На сегодняшний день Федеральное медико-биологическое агентство медсанчасть номер 100 насчитывает более 100 врачей, свыше 200 работников среднего звена. По словам Елены Кондяковой, начальника МСЧ, все они имеют сертификаты, квалификационные категории и постоянно повышают уровень своего профессионального мастерства на различных курсах. Однако этого количества врачей все равно недостаточно, поэтому медицинское учреждение МСЧ номер 100, а в частности его руководство, стараются привлечь на нашу территорию как можно больше специалистов. На сегодняшний день у меня есть три предложения от врачей-специалистов семей по другим специальностям для того, чтобы приехать в наш город и вместе с нами трудиться и оказывать медицинскую помощь населению нашего города. Так что кадровая политика является актуальным направлением развития здравоохранения городского округа. И наша больница заинтересована в молодых специалистах. Кроме того, что идет работа над привлечением ценных кадров на нашу территорию, продолжается реализация и разработка программ по развитию здравоохранения, в рамках которых приобретаются медицинское оборудование, вакцины, лекарственные препараты, средства медицинской диагностики. Мы совместно с администрацией города проводим периодические медицинские осмотры и дополнительную диспансеризацию работающих граждан. Я считаю, что в этом году у нас наметились в совместной работе такие плодотворные моменты. Их надо рассматривать, приумножать, притворять в жизнь, и чтобы это все влияло только на благо здоровья нашего населения города. Обрадовала Елена Кондякова всех медицинских сотрудников и тем, что в этом году с 1 июня и с 1 октября повысится заработная плата врачей на 6,5%. Принято решение правительства и Министерства здравоохранения Российской Федерации о повышении заработной платы врачам-специалистам узкого профиля и средним медицинским сестрам до 10 тысяч. Имеется в виду 6,5 тысяч врачей и остальная сумма медицинским сестрам. Уже стало традицией, что в третье воскресенье июня врачи, фельдшеры, акушерки, медицинские сестры, лаборанты и санитарки отмечают профессиональный праздник. Именно для них в этот день звучат поздравления и слова благодарности. Я хотел бы выразить особую благодарность вам, как самым неравнодушным людям нашего города, потому что только неравнодушные люди могут работать в такой области, как оказание помощи больным людям. Поздравлением главы администрации присоединились и его заместитель по социальным вопросам Наталья Гуриненко, начальник управления культуры Светлана Давидюк и директор 259-й гимназии Галина Николаевна Иляхина. Все они от души поздравили медицинских работников и пожелали им проявлять побольше сострадания к пациентам, ответственности и профессионализма в работе. В торжественной обстановке врачам вручили грамоты, благодарственные письма и денежные премии.